Алексея Каткова называют стеклянным человеком. У 30-летнего Лёши несовершенный остеогенез. Люди с таким заболеванием подвержены опасностям. У них хрупкие суставы и слабые мышцы. Доктора называют их хрустальными. Для мамы Людмилы Ивановны и папы Александра Павловича он прежде всего любимый и желанный сын. Но для преподавателя английского он мистер Катков. 2 года Лёша изучает иностранный язык. У него 2 сертификата. Для меня, конечно, мистер Катков является примером во многом. Такой сильный характер внутри, сильный очень человек, вот, который любознателен, который пытается вот, ну, найти вот любую лазейку, любую возможность, чтобы что-то почерпнуть, чтобы что-то, ну, чтобы вырасти. Английский Каткову нужен для будущего трудоустройства. Анапчанин учится в Краснодарской компьютерной академии. Осваивает программы по компьютерной графике, визуализации и 3D-моделированию. Я в фотошопе делал все сам. Да, Макс, я, конечно, еще не освоил, не совсем, потому что у нас он только 1,5 года, я его изучаю. А для того, чтобы его освоить, ну, как говорится, чтобы ты плавал там, как рыба в воде, нужно, ну, много больше времени уделять. А у меня, к сожалению, сейчас нет этой возможности, потому что, ну, во-первых, она дорогая очень, эта программа. Она для того, чтобы ее, ну, приобрести в домашних условиях, она стоит очень дорого. А еще Алексей путешествует с мамой по России. Трудности есть. Коляска тяжелая, а им приходится много передвигаться. И не только по Анапе. Только до Краснодара 170 километров. Туда, а потом обратно. И каждый раз автобусом. Кругом узкие проходы, проезды. Пандусов мало, не везде лифты. На хрупкие женские плечи ложится непосильный труд. Мы ездили в Питер, были на экскурсии. Леша понравилось очень. Очень хотелось полететь. Ну, вот именно на самолете он первый раз летал. Очень ему понравилось. Просто заболели Питером. Мы были на летней эстраде, посещали концерт Киркорова. Ну, вот даже 2 раза. Леша фотографировался с ним. Сейчас Алексей ищет работу по специальности, просматривает объявления, разместил свою анкету. А еще он хочет создать свою семью. У хрустального человека мечты ничем не отличаются от желаний обычных людей. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.